конечно, мы некрасиво поступаем, потому что все-таки пересечение таковое не является правильным. Все-таки надо под прямым углом пересекать полосу, где движутся сюда. Но прокладывал курсы не я, поэтому ничего с этим поделать не могу, к сожалению. Иду я сейчас на Relative Motion, конечно же. Очень важно, чтобы он сейчас маневрировал. Если он маневрировать не будет, соответственно, нужно его будет вызывать. Смотрим на курс, у него 42. Очень важно, чтобы он совершал именно маневр. Вот. С этим, который был опасен, сейчас у нас CPA 1,6 мили. Вот. То есть у нас сейчас остался только вот этот DC. Полмили, получается, проходим мы с ним. Он у нас по носу пока что проходит. Но это не совсем правильно, потому что это небольшая дистанция. Судно большое. Желательно ему бы, конечно, курс поменять. Также впереди видим у нас маяк. Тут тоже влево мы брать не можем, чтобы, допустим, его пропускать. Да? Но пропускает в любом случае он у нас в данном случае. Ну и помеха справа у него. Должен принять решение, что он сейчас будет делать. Давай на стоп. Yeah, sir. I think you will keep course, yeah? Like this. Just can you please pass on my stern? I just keep my course and speed. Okay, copy. Then I will reduce my speed a little bit and give you way much clearer. Thank you very much for your cooperation. I will maintain my course and speed and you will pass on my stern. Okay. Thank you very much for you also. Thank you. Bye-bye, channel watching. В общем, сбавляем ход. Договорились с ним. Я его пропущу, чтобы хотя бы 8 кабельтовых по носу у меня прошел. Более безопасно будет. Сбавляемся до 70%. Такая сегодня ситуация, на самом деле, не очень приятная, но вроде все разрешается. В общем, сбавился я до 50%. Видим, стрелочка, не видно нифига. В общем, сейчас мы с ним расходимся почти в милю. То есть по носу он у меня проходит. Сейчас, как только начнет проходить, начнем добавляться и выходить на курс. На радаре 6-мильная шкала. Также наблюдаю за ним. Сюда пока проходят чисто. В общем, пока мы расходимся с этим, вот у нас еще судно, оно выходит, танкер, но он 14 узлов идет, будет нас обгонять, скорее всего, он пойдет налево здесь. Тоже будем решать эту ситуацию, но тут немножко будет проще. Тут видите, как бы прикол в том, что все-таки по правилам, да, мы когда в системе разделения движения идем, пересекать под прямым углом, да, правила же нам так и говорят, поэтому в данном случае я считаю, что я правильно делаю, снижаю скорость и не даю ему путь. Вот. Хотя и с его стороны должен быть маневр. Вот. Но так как, если читать правила Traffic Separation схемы, да, системы разделения движения, там именно вот это и говорится. Поэтому мы немножко неправильно идем. Но, к сожалению, в нашем случае я ничего поделать не могу. Так проложен маршрут у нас. Подстраиваться надо. Текущую ситуацию действовать соответственно. Видимость сегодня хорошая. Светит луна. Вот. Вот само судно, которому мы сейчас уступаем дорогу, получается. Ходовые огни видим.
Конечно, мы могли пройти немножко дальше, да, и маневрировать. Но опять же, с этими были бы сближения большое. Мы могли бы напугать кого-нибудь, и те бы начали еще маневрировать. Тогда пришлось бы их заранее опять же вызывать, предупреждать, что я буду выполнять маневр. То есть, как бы вот ситуация тоже такая достаточно сложная, поэтому я решил поворачивать заранее, чтобы никого не пугать. Этого вызвал, предупредил. Все. Думайте всегда, конечно, ситуацию, когда есть время там. Видите, что она где-то будет там, через минут 20-30 у вас. Все это можно продумать и решить, как лучше сделать. Если плана не будет в голове, соответственно, в нужный момент будет задача плохо решаться. Вот. Ну и пересекаем сейчас полосу. Ну, ближе уже, конечно, к перпендикуляру, да, тому судну, которое движется. Конечно, здесь еще могли бы добавиться рыбацкие суда, которые тебя заставили куда-то маневрировать вправо или влево, да? Это тоже надо учитывать. Не только о больших судах думать, но и о маленьких тоже, особенно рыбаках. Они могут маневрировать, начать в ненужный момент. Соответственно, вы будете уходить, маневрировать, сближаться с большим судном. Всегда бдите. Вот сейчас видим огни, да, по носу он нас пересекает почти 1,2 мили по носу. Также, ребят, не забывайте связываться. Мы имеем радиостанции, всегда можно договориться. Без них было бы, конечно, немножко проблематичнее и решалась бы проблема, конечно. Если не можете дозваться, то совершайте маневр намного раньше, сбавляйте скорость намного раньше, чтобы в заблуждение не вести другие суда. Всякое бывает со связью, там другое судно может не слышать, проблемы, да, там какие-то сломаны, может, ВЧФ. Так что решайте, все от ситуации, в общем, зависит. Ну вот, на радаре видим, да, он у меня уже проходит, ну, где-то примерно 3 градуса справа. Потом я уже начинаю добавлять опять на 80%. Ну и уже сейчас будем решать ситуацию расхождения с этим судном. Motovessel Eco Universe. Eco Universe. Motovessel K. Calling you. Не отвечает. Motovessel Eco Universe. Eco Universe. Motovessel K. Calling you. Это танкер. Танкер never answer. Always. Because he overtake me, he must keep clear. Now only 6 cables. Ладно, we will see. В общем, он нас обгоняет, как бы. Я не знаю, куда он пойдет. Destination мне его не ясен. Скорее всего, налево. Yeah, this is the Eco Universe. Yes, I call you, 06. 06. Yes, Eco Universe. What is your attention? I see you overtake me. But my course, I will keep my course like this. I will cross the separation scheme because from my side vessels and I need to cross the separation scheme. Okay, sir, I will overtake you and after I will alter my course to port because my destination is Fowley, UK. Yeah, I understand you, but you see how you will, because you have the from starboard side vessel, yeah? From you, for you it will not serve safety, I think. Maybe you will reduce the speed? How do you think? Because it will be not so good situation maybe for you. And for me also, if you will overtake me and cross on separation line, it is not so good, I think, idea. Все, высечен. В общем, уговорил я его, в общем, сбавляет курс и берет мне под корму. Потому что он, блядь, хотел
вот так вот взять и пройти. То есть он бы создал ситуацию опасную. Эти бы шарахаться начали. Ну и мне пришлось бы уходить. Такая вот бодяга сегодня. Короче, я сейчас немножко подворачиваю. Еще взял на вправо 7 градусов. В общем, у нас вправо сейчас будут помехи еще появляться. Дальше, выше. Будем смотреть, как с ними будем расходиться. В общем, ребята, ладно, видео буду заканчивать. Сейчас вам еще расскажу, что здесь. В общем, он подвернул под корму и уходит дальше. Ему надо в сторону Гибралтара вообще. Вот. Соответственно, эти у нас справа все проходят. Больше, чем в миле. И вот еще два у нас будет. Но они у нас... те по носу пройдут, а этим мы по носу пройдем. Порядка...